этот проект изначально был сделан для детей, нацелен на то, чтобы они провели свои каникулы весело, естественно, с пользой, для того, чтобы родители могли их куда-то занять, у кого особенно нет возможности отправить детей на море или на дачу, еще куда-то. Это отличная альтернатива. В этом году мы даже не ожидали такого большого наплыва желающих жителей города отдать своего ребенка в наши проекты. Запись на них закончилась буквально за день, за полдня, как только она была объявлена. И даже сейчас, вот здесь у нас на базе находится 120 детей, уже сейчас в Патриотспорте есть лист ожидания на каждую смену там, еще по 30-40 человек. Они изучают новое, они изучают, как вязать морские узлы, они изучают влажный семафор, азбуку Морзе, вообще строение судна, ходят на воду. Ну, это очень классный опыт для детей. За эту неделю у них очень много эмоций, очень много впечатлений. Если честно, прям очень сильно нравится. Вот впервые попробовал на парусной яхте поплавать.